идут лесами темными, идут степями широкими, лезут горами высокими. Ну, по пути в городах концерты давали с большим успехом. Ну, вот так до Парижа и доправились. Март, французский вечер. Посмотрите, что творится тут. Народу куча. Таня, идем. Полно. Мест нету свободных. Мест вообще нигде нету. Да. Самошествие. Это Монмарт. Сейчас когда идем. Когда-то такое было на Патриарших прудах. Помнишь, когда мы были? А мы сейчас на фуникулёр идем. Улочки, улочки, кафешки. Очень большая, но и движется она быстро.
Ну, скажи бабушке, она там ходит.
Это диско рок, что-то сакс, хрен его поймет. Но диск будет крутиться, подниматься, падать и так далее. Лорик захотела сама. Сейчас посмотрим. Вот она там сидит. Сейчас взрывнет. Это все практически. И теперь затухание. Лорик нормально. Борюся! Сейчас включат. Все готовы. О. Будьте осторожны, поезд отправляется.
У меня от всех от этих аттракционов уже голова кружится. О! Поднялись, заиграли, включили и начинаем помаленьку крутиться. Круть, верь, верь, круть. Тран-дан-дан. Сейчас. Да. Ах, как крутится голова. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все нормально. Ручкой машет, значит, не все потеряно. Да-да-да. Хороший аттракцион, но у меня уже от всего этого... Широкими, лезут горами высокими. Ну, по пути в городах концерты давали с большим успехом. Ну, вот так до Парижа и доправились. Уже разводи пары, мы из Парижа на машинке выскачем. А я полезу, кольцо добыла. Вон где шторки спущены, не иначе спальня.